Всем привет! Сегодня мы продолжаем играть в РФ онлайн. И мы идем на новую локацию. Все, побежали вниз. Это приход. Телепорт. Нам надо вниз. FPS, конечно, падает видео. Жестоко. Нормально. Остановился. Так, смотри. Да. Идем в аванпост. Ханя, куда ты побежал? Самое первое. Угу. Все. Все, я тут. Я О. Тут. Все, побежали на выход. Тут, может, скорпионы будут хотя бы. Чисто как чисто. Жалко, что они прыгать не умеют. Блин, тут походу вообще никого нет. Есть, не ссы. Найдем. Короче, Влад. Помнишь то, что у тебя всякая огонь, земля, вот эта вся байда? Да. Вот ее снова открой, и надо в панель перетащить. А как посмотреть? Не знаю, по клацай, по второму ряду клавиатуры. Игровая система, инвентарь, опции игры. Так. По второму ряду, подожди. Ну там, где вот это... О, я нашел. Вот, перетаскиваю его вниз. Подожди меня. Перетаскивать, в смысле? Ну вниз просто перетащи там, где у тебя. 1, 2, 3, 4, 5. А как это за смертельная атака? А зажми и перетащи. Ветер войны. Мощный выпад. Нажми на картинку, задержи ее и вниз перетаскивай. Ожесточение. Все, перетащил, все. Все, теперь когда будем воевать, просто правая кнопка мыши. Правый? Да. Это ты его активируешь. Сейчас не активирую, потому что у тебя заберется 30 этого хпшки. Оп, это силы. Ух, я что активировал? Да. Случайно. Понятно. За сосредоточенность. Нас кинули, ребята. Нас кинули жестоко. Ух ты. Ну, что, никого? Вот они. Только мне ссыкало теперь. Я боюсь его трогать. Жух! Так. Ладно, тут делать нечего, да? Ну я выбираю семерку. Я выбираю... Скоробейчик, давай. Ага, Михи. Давай на вот эту. А макаку эту прошу. У вас хоть хп есть? Ничего себе. Давай, Миха. Я возле золотых свиней, мне телепортироваться, что куда? А тебя убили? Да. Ну опять туда же, на первый этаж только бежать. Угу. Не, Миха, давай на эту гориллу. На какую, на какую? На вот это, слева вот. Я так. Не вижу гориллу. Ну этой гориллы накачай. Культурист. Меня убили. Блин. Это печалька. Надо на другую локацию. Что такое? Это убили. Тебя? Да. Как мне телепортироваться? Да сейчас на другую локацию. Блин, ну вы нормально, а я-то тут остался. Ну блин, иди в этот штаб. Да ни хрена мы им тут не сделаем, они такие. Ожесточение, что это? Ближний навык ученик. Уровень 1. Столько народу, что шлагает. Да. Сейчас давай попробуем на вторую локацию. Вот это врата. Куда? Врата. Куда? Врата краговых шахт Федерации. Телепортировался уже. Все.
Вы красавцы, а меня Ну, ты сейчас как-то... появишься на втором этаже этого генштаба, иди на первый этаж. Вот, я в телефоне. Куда телепортироваться? Врата. Тренировочный центр. На первый этаж иди. Так. Вы-то не убегать, я... Миша, куда потом? Не, давай обратно, слышишь? Обратно? Да, тут эти дерутся. Давай укрепление Солус. Телепортироваться. Укрепление Солус? Угу. Не, да. Дальше куда идти? Сейчас, погодь. Теперь надо искать, куда выбегать. Где? Вон он. Побежали искать, куда бежать, ептать. Вон он выход, я его вижу. Видишь? Да. Ты молодец. Что видишь хоть его? Главное, чтобы тут было то, с кем можно подраться. А здесь люди есть или только с этими трещами? Не, и люди. Ну мы только что были, там народ воюет. А, да. Так что, если бы мы вышли, нас бы легко так. Только охрану не убейте, турельку. Ой, вас. Я только что хотел это сделать. Ребят, вы видите? Ого. Используйте свою ого. Эту навыки. У меня ничего нету. Сейчас я использую. Нападаю. Ой-ой-ой, все, они меня заметили и за мной бегут. Это капустянка огромная. Это креветка, это креветка, ты че? Подожди, как? Это медведка, это и есть капустянка. Давай, давай, за ним, за ним, за ним. Ля, давай, один удар и все. Владик, ты где, стоп? Я тут стою. Пошли на того же, где Мих убил. Смотри. Чуваки, буквально один удар. Да? Нет, только повредил немножко. Потом куда телепортируемся? Миха, блин, у кого здесь купить? У алхимика, да? Да. А где этот алхимик стоит? В генштабе. Миха, куда потом? На первый этаж? Да, на первый этаж. Вот, а где? Он где-то возле свиньи, да? Нет, вот если ты идешь на первый этаж к этому телепорту, то он от телепорта слева. Если что, я в пустыне. Пойду там посмотрю, что там. Давай, сейчас я приду. Блин, дайте мне нормальных, с кем я могу подраться. Чтоб не меня убили, а я их. Тут опять эти хрены. Пустыня. Блин, бесит то, что не на весь экран. Угу. Да ладно. Очень даже сильно. Я уже привык. Ох, кто это за лохи стоят? Ты хрен узнаешь, что это за лохи. Можно их убивать? Да нет, это походу охранники. Брат. Это походу просто свои. Миха, так где алхимик? Я надзиратель. О, дальше алхимик надзирателя. Миха, ты где? Обратно бегу. Беги что? Обратно. Беги обратно. Смысла нет, тут народ только так ходит, тыняется. Ну, блин, а где алхимик? А зачем тебе алхимик? Чтобы я зельки у него купил. Зельки? Да. Какие? Поставщик Мау. Владик, чтоб ХП прибавляло. Даниш, продал все нафиг. Так, я в штабе, а ты где, Мих? Сейчас буду в штабе. Все, я в штабе. Может, надо вокруг этой федерации побегать? Вокруг федерации надо побегать, поискать. Да где этот алхимик? А видишь, мы в тренировочном центре были постоянно.
Он за героя бегает. Нет, он алхимик. Он алхимик. Белка, иди сюда. К герою. Нет. К монументу. Я тебе докажу, что есть он слева от телепорта. Погнали, покажи. Где это? А, вон. Вот видишь, алхимик. Вот он. На первом этаже слева от телепорта, видишь? И наставник. Да. О, погнали к кузнецу. И оружейник тут есть. Да, оружейник дорого берет скотина. По 4 ляма. Ничего себе, вот это оно тут дорого все. Так, купить, продать. Ух ты ж, ничего себе. Это у него одежда такая, да? Да. А сколько? Ух, 10 уровень необходим. Оборзел вообще, падла. А я себя сейчас одену. Я себя сейчас одену. Ты оденешься? Да. А сколько она стоит, хотя? 1000 я потратил. Я 24 000. А, у меня 5000. Вот как раз. Смотри, какое крутое. Смотри. А где вы? Я переоделся. Все, я переоделся. Возле алхимика были. Погнали теперь глянем, что у этого. Какой лошара у меня в очках. У меня тоже в очках. А ты куда? Я возле алхимика. А, вот алхимик. Я тоже. Цель сам себя атаку увеличивает. Так, понятно. ХП. Я возле алхимика. Тут их несколько, понятно, да? Нет, вот один алхимик. Слева от телепорта. А это что? Ми... Ясно. Купить, продать, что у тебя можно купить? А, как раз твои эти штукенции. Фу, это мои штукенции. Да, но у нас нет таких денег. Ё, 57 000. Ну, это фигня, у меня уже 20 с чем-то. А как ты узнал? Когда... Донат, когда подходил. Ой, донат. Когда заходил, тогда и узнал. Написалось. Может, на второй этаж сходите? Даня с мечом бегает. С одним? Да, у Михи не меч. У него какие-то штуки. А у тебя какой-то... Ты что, дурак? Меч. У него просто меч светится. Пошли, ты себе флемов набацаешь на рюкзак. Да, кстати, пойдем. А мы с Данькой поиздеваемся над ними. Тут даже можно сесть в корабль и улететь куда-то. Да? Да. Круто. А где они? К мосту беги. Ты не за нами бежишь, что ли? Я за нами, за вами. Ну вот они, вот этих мочи только. С антенками. А, вот это они? Да. Подбирать эти штуки. Подбирай все штуки. Тебе ж надо их сейчас 10 этих собрать. И сейчас задание снизу выскочит. Ты что пропадаешь. Ты пропадаешь, Мих. А, мои ты с ними соберешь. Невозможно получить данный предмет. Ну, шубил. Это ж я шубил его. А, да. Тут слишком честная игра. Пропадаешь. А что я могу поделать? Купить себе новый интернет. У меня запись идет. Она все жрет. Ну чё, Белка? Что? Собрал свои 10 наград. Ты пропадаешь, Мих. А сейчас уже нормально не пропадают. Я не слышал, он у меня пропадает. А вы у меня тоже иногда пропадаете. Как же... Что? Всё, идите нафиг.
Так, что дальше еще нужно? Ого! Рюкзак получил, неужели? Подожди. Где у меня она? А где эта штука? Подожди, у меня она Какая? лежит или нет? Мне даже Запиши, заручить надо. просто пишите моего убью. Быстрее рожай, убивай. Ты неплохо поработал, но радуйся слишком сильно своей победе. О, у меня новое оружие. Я его Покажи. нахрен продал. Вот оно у меня в руках. Такой светящийся посох. Железный посох необходимый уровень 5. Тип в боевой 6. Атака 31 из 40. Чего? Необходимый сколько держит? Ладно, я погнал, короче, на этих саблезубов. Ё-моё, Погрызть. не лучший посох. Да, лучше. Самая первая ручка, она лучше всего. Мечи вот эти, да? Да. Да я их отдал, блин. Ух ты, тебе враг. Мне вот этот посох нравится. Ты чё, охренела? Вот именно, видишь? Всё, Они чуть-чуть не включают. я погнал на этих. Фак. А как Миха? А. Вещмешок новичка, куда его одеть? На жопу. Смотри, короче, вруби А, демонстрацию. все. Одел? Вроде бы да. Ну, он рядом с первым мешком должен появиться. Да. Все. Теперь я могу собирать, да? Да. Намного больше. Но она будет автоматически перемещаться во второй, да? Ух ты, Как это твою будет? мать, Ленте. Что Ребят, я не хочу туда идти. такое? Где ты? Гигантский раптор. После моста налево. Ого! Ого! Да я их убью за нифиг делать. Интересно, если я на них сагрюсь, они на меня наступят? Миха, да тут понты, я их убью. Я их оббегаю. Ой, Миха, они походу заступили. Дай, какой у тебя уровень? 8. А, у меня 7. Быстро ты дошел до 7 уровня. Миха, как выпить? Кого? Фотки? Наливаешь стакан и пьешь. Зараза, у меня теперь я медленно хожу. А, все, я выпил. О, то, что надо. Единорог или что это за хрень такая? Я нашел. Миха, А. а где взять этих дебилов? Сейчас, как открыть этот? А, вот, о. А, молотоглов. Не Где их взять? знаю. Не знаю, честно. Смотри, как их легко. Два удара их нет. Ты где делся? Я этих рапторов оббежал и побежал дальше. Взрослый ротозавр. Да, нам всего лишь дальше надо После было. моста направо и куда вы дальше Налево. побежали? Налево. А, налево после моста. Да. Я направо побежал. О, я купил, где вот это действует. Священная золотая коробочка. Что это? Кто это получил? Получил, получил. Это всех получает. Да? Да. Я не могу его убить. Миха, помоги, убей его. Меня сейчас сзади убьет. Все, у меня Даня, тебя убили. Где? Кто? Вот этот? Иди сюда, дорогой. Как ты их так лупишь? Я активировал себе эту хрень, лупящую их. Зверь. Даже не агрить. Даня, ой, Миха, где рифтовая Не-не-не, пещера? он меня сейчас снова убьет. А кто тут за такие? Оббегай их, оббегай. Миха, А смысл ты тогда на них фигачишься, если ты их не можешь завалить?
Чего я их не могу завалить? Потому что ты вниз себе на панель не вывел силу. Кого? Силу. Пополнить. Максимум допинга какого-то. А то максимум... Влад, вывел? Ты себе вывел силу на панели внизу? Да, у меня аж 8 штук. Ну вот, мне их тоже. Так это типа бутыльки, да? Нет, просто сила. Я же тебе говорил... Такие, но... такие, знаешь, которые из-под земли торчат. А ну, посмотри мою демонстрацию. Понимаешь, что за сила? На О, на что нажми. На что нажать? Даже не фигарься со мной, а. О, нашу нажми, на клаве. А после этих уходить куда? Пещера вот эта вот такая... Какая пещера? Ты куда? Сразу нет. Налево, и там будут эти рапторы гребаные. Да, драконы. Вот, и ты держись с левой стороны, понад горой. Ну, миг, нажал. Обошел. Дальше куда мне? Прямо. Прямо. Давай, давай, давай. Есть. Миг, что дальше мне делать? Что, и перетаскивают все картинки вниз. Что-то ты куда-то не туда побежал. Какие картинки, ё-моё. Зелёные такие штуки из-под земли торчат. Какие штуки, ё-моё. Вруби демонстрацию. Нет, посмотри демонстрацию, кого перетаскивать. Нажми букву и перетащи. Иди прямо и иди, блин. А, он... Я не то ему сказал. Блин, по клавишам поклацай и всё. Посмотри, чтобы у тебя силы. Это не твои задания, тебе не клавиши, да. Да я ему не то сказал. Вот, на F. Не, F, F. На S английская. А, ну S. Стой, не S. S это назад идти. Вот, и... Блин, да не, я не могу, они на меня оглядятся. Я их пердолю. Ладно, это и... Давай, 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 на. Хрена. О, я уже на 11-м, народ. Драконы. Ты рапторов нашел красных таких огромных? Вот, смотри. Увидел меня? Сейчас глянем. Вот, да. Не к мосту беги, а назад. Понад вот горой. Я про вот эти говорил, посмотри, вот эти чувачки. А, я понял. А ты понад горой беги. Я все равно, я все выбил и не могу. Вот туда? Сейчас я к тебе выбегу. Теперь правой кнопкой мыши клацай по этим достижениям. Меня сейчас грохнет этот урод сзади. О, белка, давай назад, вот. Владик, убей этого лоха, помоги быстрее. Я бегу, Даня. Вы что, вы сделать ничего не можете, народ? Даня, беги сюда. Йо. Получи. Ну смотри, вот у меня что же это. Влад, ты же активируй эту всю хинию. Так я активировал какую-то ярость. А я активирую, да, ярость, и все, я и на них нападаю спокойно. У меня 124 хп. У меня 107, блин, они меня тупо лупили. У меня 1157. Ни хрена себе читать. Давай, о, мочи. Меня убил. Ну, хрен, он так меня смог убить. Ой, я какую-то херню выбил с него. Миха, мы куда-то телепортировались? Или нет, просто? Тут. Меня убили. О, Владик, давай, я вот за тебя буду, куда бежим? Вы ярость активируете и вот ту хрень какую-нибудь зеленую. Да она не помогла. Активировал. Нифига. Ну а что мне она помогает? Ты не знаю, я тупо начну хозяйство, я ему даже 50 хп отнял. Выбери эти два меча, короче. Не хочу я. А ты его купить? У меня его нету. И ты его и не купишь. Чего? Потому что он выдается только... Так, мне нужно к этому. К на первом уровне. Продать. Блин, а что делать мне? Бегай со своей херней, той палкой-тыкалкой. А сколько у тебя урона? Ну-ка, почитай-ка мне. 500. Атака. Одной... А у этой штуки? Подождите. Сколько атака? У меня с одного удара минус 500. Хера себе. Силовая атака, сколько у тебя? Это что такое? Ярость, мощный выпад, смертельный силовая удар. Силовая атака, сколько? У меня ноль. Наведи на это оружие и на и силовая атака. Вот нажми инвентарь свой и наведи на него. Нет. Так, инвентарь. Сейчас.
И на виде, просто на виде не нажимаю. Атака 1500. Ничего себе, у меня атака 66-88 и силовая атака 816-1224. А потому что, народ, я же бегаю, развиваюсь с одним мечом, а не по всем. Вот эти два меча, они самые сильные в игре, по сути, на первых уровнях. Какие? У меня нормально? Те, что у меня. Блин. А что мне делать, если его нет? Вот теперь бегать и херачиться вот той палкой твоей. Влад, если ты не продавал, то одевай эти мечи, потому что они лучше намного. Вот, я сейчас без ярос бегаю их хреначу. Я купил, ну, я их не продавал. Ну вот, их один и все. Они довольно-таки сильные, 1500 сразу сносят. Атака 1500-1554. Вот, видишь. Да, неплохо. Где торговец оружием? Таня, эти мечи стоят около 4 лямов теперь. Ты их просто так не купишь. Блин, можешь мне заново теперь создать героя? И ты опять будешь так бегать и развиваться, да? На тех уровнях. Ну, чувак, я этим мечом никого ж там не убью. Убьёшь. Ну так развивай его просто. Как? Он тоже Твой развивается путь. Потихоньку. Все, продать. Окей. 10 тысяч. Я не знаю, куда бежать. Все, ладно, я купился, я побежал, короче. Давай. Я уже всякой хрени понаходил. К тебе бежать? Да, беги. Ну, потому что тут очень быстро развивайся. На первый этаж, да, спускаться, я помню? Да. На первый этаж, через мост налево. Да. Только главное, под рапторами не беги, а то наступят еще. Наступят, раздавят. Так, да, еще точно. Третий хрен осталось замечать. А, да, Миха, да. А где находится это? Кто? Южная часть рифтовой пещеры. Это где? Не знаю, надо по карте глянуть. Утес Ветров, долина. Блин, не знаю, чуваки. Надо бегать искать по карте. Пещеры именно. Пещеры, замки. Блин, мне нужна рифтовая пещера. Блин, почему я эти мечи продал? Потому что ты, Даня. Ты бутылки продал. Почему? 23 с раптора. Можно кто убить? Раптора, конечно. Два убьем их, Мих. Ну, они на тебя наступят, эти кирдык будет. Ой, я с этими мечами бегаю сейчас. Я, наверное, сейчас заново начну. Ну, начинай. Ого, ничего себе. Вот это оно гасится. Это ты кого гасишь? 20 их. Капец, с одной тычки. 1168. Как я их мог продать? Я их вообще не продавал. И что, Даня, ты сейчас по-новому регаешься? Ну, он просто ж так же удалит аккаунт этот. О, еще одно задание выполнил. Какое? Да и убил сначала этого одномечевого. Миха, этот меч будет развиваться, ну, урон. Будет. Не создавай, зачем? Ну без мечей ты будешь, зато с этим будет очки. Эти мечи. Сколько у него хп? Можешь попробовать его убить? Кого? Слизня зеленого. Мне их не убить. Нет, вот этих вот дебилов. Раптор. Да ты шо, он тебе как... Если этот большой, то он тебе приплюснет реально. У тебя ж ни брони, ничего нет. А слышишь, вы же даже без брони бегаете, может еще из-за этого? Без брони то, что ты покупал? Да. Ну так я с броней. Купил себе там где 5 уровня. Броню. Докажи свой стил, уничтожь. Уничтожить 20 рапторов, найти их можно вокруг юго-западного входа в рифтовую пещеру. О, так это тут, наверное. Зачем? Рифтовая пещера, где это? Подожди, стоп. Это ты там, где эти зеленые хрени ползают? Наверное. Рифтовая пещера. Ну ты там сейчас? Да, а мне нужно теперь... Вот. Миха, вот. Ратозверь, это кто такой? Ратозверь, это кто?
Не знаю. А, это может тут этот зеленый слизень. Михли, куда? Блин, песчаный червь. Туда. Нет, это песчаный червь. Ну, значит, дальше надо бежать. Побежали. Погнали, порез. Я там конец. Я устал. Короче, ребят, идите там помочитесь. Я сейчас этот видос закончу. И приду и начну новый. Надо похавать просто. Все. На этом первая часть закончилась. Будет продолжение. Пока не качается.